Привет всем, это Корнев ТВ, с вами Серега Корнев. Извиняйте, что так долго видосики не выходят, как бы холодновато и крутить на улице, холод, даже в гараже, который не отапливается, очень тяжело. Сегодня я хотел бы рассказать про то, как я подготавливаюсь весной к замене, не замене, а ну, к маленькому ТО, и рассказать про эмульсию двигателя белую. Может, вы видели часто на своих машинах, когда открывали крышку масляную, и там белая эмульсия. Я примерно расскажу, как я знаю, что это такое, ну и покажу на своей машине. Поехали. Итак, вот что я пока купил. Фильтр масляный. Масло вот такое вот зиковское. Как бы дорогое сильно не брал, это как бы, ну, не самое дешевое, среднего как бы качества. Взял 6 литров с запасом, там 4 литра залью, ну и машина куда-то подъедает все-таки масло, то есть. Будем прокладку, то, что я говорил, клапанную. И заказал провода Бреми, вот такой вот артикул. Это именно под мотор 1.8, оно четко именно становится по размеру. То есть не висят такие длинные провода, а вот такие вот. И чуть-чуть попозже я куплю свечи, более-менее нормально. Хочу сразу все поменять, чтобы почувствовать какую-то разницу, попробовать моноинжектор настроить. Ибо она у меня троит на бензине, я не знаю. Итак, вот он мотор мой, 1.8 ABS. И смотрим, что у нас тут. Ну, как видите, на цифрах белая такая эмульсия, это мало. Тут видно, я вам покажу больше всего здесь. Смотрите. Сейчас вот так вот. Ну, вот такая вот фишка. Это началось у меня зимой. Я просто езжу на работу на маленьких дистанциях. И получается, ну, где-то дистанции километра так 4, там 5. Машина полностью не нагревается. И из-за этого, получается, собирается конденсат. И этот конденсат превращается в эту белую эмульсию. Это один из вариантов, которые все пишут. И еще может быть этот конденсат, ну точнее, эмульсия появляется из-за того, что у вас прогорела где-то прокладка антифриза в голове или где-то еще. Попадает антифриз масла и превращается это все в эту эмульсию. Ну, я заметил по своему уровню антифриза, он у меня не уменьшается. И как бы все-таки я склоняюсь, что это, короче, за маленьких дистанций появляется этот конденсат. Я пробовал снимать, ну, вот этот черепаху, снимал здесь я видел как бы воду, то есть не я попробовал на язык, оно не сладкое, оно именно как вода, именно конденсат. Ну и вот еще в картонных газах тоже собирается, вот я туда фильтр такой поставил, и собирается белый конденсат. Я вот хочу перед тем, как менять масло, полностью все разобрать, почистить вот эту вот трубку, которая идет тоже картонные газы, почистить, там стабильно такая же самая каша будет. Еще купить промывочное масло, это все прогнать, ну, все поменять комплексно, потому что я сейчас поменяю масло, не почистя все вот эти трубки, и по сути то же самое получится. Как-то так. Вот эти потеки, если вы думаете, что у меня там масло течет, это редуктор. Недавно менял фильтр, сливали какую-то жидкость в редукторе газовом. Кто знает, тот понял, о чем я говорю. А по поводу проводов, именно что я такие взял, они получаются вот так вот будут. То есть не будут телепаться лишние провода, как бы четко подразмерные провода. Я не знаю, как на других моторах, там 1.6 и 2-литровые, но вот именно
под 1,8, я мерил даже, и вот так вот они стоят. Чё именно я купил Брэми? Ну, у меня тоже стоит Брэми, только тут и Volkswagen значок, и Audi, на тех что-то нету. Ну, как бы они у меня долго прослужили, я не знаю, у меня они где-то 6 лет стоят. Да, я такой жесткий пацан, не меняю провода. Ну, просто машина не троила, и зачем как бы их менять? Можете в комментариях написать. Ну, в принципе, я не знаю. Я поменял только за 6 лет один провод какой-то из них. И то. Так, насчет проводов я сильно не заморачивался и не видел, что это именно провода троят. И всякое такое. И да, по поводу масла. Сейчас вы можете в комментариях писать, что это там хреновое, не подходит. У меня, как вы видели в прошлых видосах, уже компрессии почти нет в одном цилиндре. Ну и покупать дорогое масло, оно не сильно уж поможет появиться компрессии. Как бы масло уходит, и зачем заливать там супер дорогое, типа Кастрола, там Матюля и всякое такого. То есть как-то так, будем подготавливаться. Я потихоньку скуплю запчасти, поменяю еще датчик температуры воды. Он тоже влияет на вот эту работу двигателя. Это вредный такой датчик, он на гольфах, на вентах, на пассатах. Будем смотреть. Я попробую заснять, ну как я меняю клапанную крышку, все остальное чищу. Ну когда потеплеет, видите, солнце появляется, но на улице, конечно, прохладненько. Ну и времени нету с работой, как бы это дело надо делать аккуратно, красивенько, и это время где-то хотя бы на день, на два, чтобы настроить еще моноинжектор, разобрать его полностью и почистить. Кому понравилось это видео, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии по поводу эмульсии, может кто-то знает другие варианты появления этой эмульсии. Берегите машины и всем пока!